Фильм Роланда Зузо Рихтера. По одноименному бестселлеру «Забейный Кюглер». Я хотела бы рассказать историю. Историю девочки, которая росла в другую эпоху. Историю любви, ненависти, прощения, жестокости и красоты жизни. Это правдивая история. Моя история. Первые годы своего детства я провела со своей семьей в Непале. После того, как в 1979 году нам пришлось покинуть эту страну по политическим причинам, мои родители нашли себе новое назначение — в Индонезии. Мне было 8 лет, когда мой отец обнаружил в могучих джунглях западного Папуа доселе неизвестное племя. Это случилось во время его экспедиции, в 3 днях пути от Ирианджая. Это был народ, о котором до сих пор было известно только из легенд и слухов. Народ, существующий в каменном веке. Народ Фаю. Сабина! Иди скорее, занятия начинаются. Мой отец хотел исследовать язык этого племени. Он получил разрешение у вождя Фаю поселиться вместе с ними. Настоящие джунгли, Бо. Ты только представь себе. Серьезно, о чем ты думал? Что это открытие всей моей жизни. И что это должно быть за жилище? Уникальное, альтернативное, экспериментальное. Когда мы будем жить с этим племенем, это будет все равно, что путешествие в каменный век. И насколько безопасен этот твой каменный век? Вождь Боку заверил меня, что мы под защитой его племени безопаснее быть не можем. Среди языка и культуры, которые ты еще толком не понимаешь? Дорис, я лингвист, у меня есть возможность изучить язык. Что с тобой случилось? Я тебя больше ничего уже не слышу. Дорис. 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 Дорис, речь идет не о заполнении картографических лакун. Речь идет о разгадке тайн предыстории человека. Пожалуйста, позволь мне сначала съездить туда. Я построю нам дом, а когда вы приедете, я уже буду намного лучше понимать язык твою. Нам там будет хорошо. Поверь мне. Поверь мне. Через 5 месяцев настал наконец тот день, когда мы должны были последовать за моим отцом в деревню Фаю, до которой было больше 100 километров. В сердце самых дремучих джунглей. В мир, который должен был навсегда изменить мою жизнь. Штайла Кункат. Томас Кречман. Надя Уна. Зина Котч. Милена Чарнкин. Том Хосбах. Эммануэль Симеон. Коима. Давид Каумара. В фильме «Дитя джунглей».
папа. Мое сокровище. Ну? Принцесса? Папа, от тебя воняет. Что? Первая встреча. Они здесь? Да. Они не доверяют этому новомодному аппарату. Смотри. Смотри, там. Это мои дети. Саби. Саби. Юдиту. Юдиту. И Бабу. И Бабу. Дорису. Дорису. Юдиту. Юдиту. Я рифаю нам. Да, упою имена с гласными на конце. Бабу. Кристиан, ты опять будешь Бабу, как когда ты был совсем маленький. Это вождь Боку. Не бойся. Они никогда не видели светловолосых детей. В качестве приветствия они трутся лбами. Это означает дружеские намерения. Папа, не бойся. Нет, нет. Все хорошо. Все хорошо. Так, ну, все в порядке? Это понесем вместе? Спокойно, Тимми. Уже недолго. Они не могут помочь нам нести. Они охотники, не носильщики. Чем тут так воняет? Задержите дыхание, идите дальше. Пошли, сейчас это закончится.
Это семья Клауса. Не бойтесь. Вот он. Мы в джунглях, 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 джунглях. Ставь тут. Смотри, плитка. Спокойно, Тимми. Теперь это твой новый дом. Я сплю здесь. Або, ты куда? Смотрите, я Тарзан. Что это? Царапины. Такие царапины я знаю по скорой помощи. Это был нож. Это было не специально. Тем хуже. Дорис, тут мы в безопасности. Это нейтральная территория. Нейтральная? Да, пока мы не вмешиваемся, нас не трогают. Такой уговор. Что значит не вмешиваемся? Я всегда вмешиваюсь, Клаус. Ты же знаешь. Или мы попали в племенную войну? Не напрямую. Когда-то Фаю были огромным племенем. Теперь они раскололись на две враждующие группировки, которые воюют друг с другом. Как я уже сказал, здесь мы в безопасности, здесь Швейцария. Я знаю. Слушайте меня все. Что это? Наждачная бумага. Точно. Погребная яма еще не готова. Пою пригласили нас к себе. Что делает вежливый гость? Все закапываем. Посему, когда пойдете в туалет, захватывайте с собой лопату. А где туалет? А теперь еще пара правил джунглей. Первое, никогда не ходите в джунгли в одиночку. Все, что едите, сначала показывайте мне, пейте только кипяченую воду, из дома без обуви не выходите. На реке не заплывайте слишком далеко. С заката все оставайтесь дома. Мы со всеми дружелюбны, не вмешиваемся. И еще раз, самое важное, мы никогда не ходим в джунгли поодиночке. Вы это поняли? И сколько мы тут пробудем? Пока я не буду хорошо знать язык. 2-3 года. Это может продлиться и 20 лет. Что? 20 лет? Ни за что. Племя Фаю.
шкафу? Фу. 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 О. Фу. 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 Все фу? Значение слова меняется в зависимости от тональности голоса. Каноэ? Фу. Ствол дерева? Фу. А как будет вода? Вода ди. Ди? Здесь детям не нужно ходить в школу. Для имени воина все наоборот. Зачем нам учить английский? Тут же на нем никто не говорит, чтобы вы могли объясняться со всем миром. Я хотел бы остаться здесь, хочу учить язык фаю. Ах, блин, и вот вы учишь играть с детьми. Не знают они никаких игр. И игрушек у них нет. А мои им не достанутся. Гол! Да. Ина, wo sind deine Flipflops? Бина, где твои шлепки? Frag die. Спроси Ди. Wollen wir schwimmen gehen? Пошли поплаваем. Okay. Давай. Ди? Ди, Ди? Заходи. Ну же. Проклятие. Что с ней? У нее схватки. Видимо, что-то не в порядке. Почему женщины поют? Я не знаю. Зови папу. Папа! 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 Ди, Ди! Помоги! Ди, Ди! Помоги же мне! Ди, Ди! Ди, Ди! Ди, Ди! Ну помогите же мне! Ди! Ди, Ди! Папа! Папа! Помогите! Thank you.
мама. Никто не помог. Она умерла у них на глазах. Они все просто стояли там и смотрели. Она была больна. Фаю не верит, что человек может умереть естественным образом. Только от стрелы или от проклятия. Когда кто-то умирает от болезни, тогда это проклятие, и поэтому они не пытаются помочь, так как от проклятия исцелиться нельзя. Да что за чушь? Ты прекрасно знаешь, что мы смогли бы ей помочь. Лекарствами, моими знаниями. Эта женщина попадет в тот же рай, что и мы? Да. Конечно, Бина. И она была проклята? Нет. Она потеряла сознание от боли. Для Фаю она была проклята, и даже мама ничего не смогла сделать. Уже начинается, да? Давайте. Бим-бим-бим. Мы все друг дружку любим. Съешь побольше всего, но не соседа своего. Одно учтем мы метко. Не ешь свою соседку. Коли смог все заглотнуть, почистить зубы не забудь. Бим-бим-бим. Мы все друг дружку любим. Прости меня. Что он поет? Жена моя, ты ушла от меня, и теперь я один. Я один, сейчас ночь, и нет у меня больше жены. Это я понимаю. Пошли. Уложим детей спать. Папа, мы тоже можем быть прокляты? Нет, Бины. Нас это не касается. У нас нет кровной мести. Мы не нарушили никаких правил. Мы в безопасности. Вождь Бог обещал нам свою защиту. А к обещаниям здесь относятся очень серьезно. А если бы мы стали такими же, как Фаю, и делали все точно так же, как они, мы никогда не будем точно такими, как Фаю. Мы всегда будем жить в своем собственном мире, по своим собственным правилам. Где нет места проклятиям, понимаешь? Моя подруга Файза.
спираль умерщвления. Мама, мама, там фаю ранили. Ты должна помочь. Ты уже ничего не можешь сделать. Могу хотя бы посмотреть. Дорис! Дорис! Фаю не знает естественных причин смерти, поэтому после гибели человека они должны кого-то убить. Если он умрет, кто-то другой за это поплатится, так? Тогда я позабочусь о том, чтобы он вышел. Дорис! Мы тут гости. Нельзя переворачивать вверх тормашками все законы Фаю. Мы не можем за одну ночь научить их прощать. Ты перевез нас в гражданскую войну. Может, сначала у меня попросишь прощения? Не ругайтесь. На нас смотрят. Ты что, с ума сошла? Другой мир. Я что-то пропустила? Нет. Чем-то странно пахнет. Меня тошнит. Папа, что он с ней делает? Он прощается с ней. Он пару дней поддержит ее у себя в хижине, а потом отнесет ее в лес. И когда она распадется, и от нее останутся одни кости, он возьмет череп, принесет его в хижину и будет с ним жить. Он это сделает, чтобы никогда ее не забыть. Понимаешь? Чтобы она всегда была с ним. Все в порядке? Yeah.
У нас мертвые спят в земле, в ящике, на котором лежат цветы. Они хотя бы приятно пахнут. Но когда они завянут, тогда они уже не будут приятно пахнуть. А с черепом, по крайней мере, еще можно разговаривать. Я хочу обратно. Как тебе не стыдно? Что это за женщина? Она из племени Иритра. Тихо. Теперь ты моя жена. Ты меня слышала? Иначе убью. Ну, что случилось? Гоху привел себе новую жену. Что значит привел? И что ты сделал? Что я сделал? А что надо было сделать? Трус. Мама! У Сабины из-под майки выползают зеленые волосы. Фу! Кристиан, у тебя тоже. Боже. И у тебя? Не обязательно прямо все рвать. Это просто немного плесень. Такая гадость. Это все из-за влажности, милая моя. Папа, что с ней будет? Она стала женой Гоху, потому что у бедняги больше не было жены. Какие заботливые у него друзья. Когда у него умерла жена, это никого не интересовало, но они хотя бы помогли ему украсть себе новую. А откуда она? Она из племени Иригры, из племени, которая заколдовала жену Гоху. Нет никакого колдовства. Для нас нет, но для бою проклятие так же реально, как для тебя твои кастрюли. Какое дурацкое сравнение. Слушай, стоит ли обсуждать такое при детях? А почему нет? Здесь все будет обсуждаться при детях, вся здешняя жизнь. Что мы можем им противопоставить? Если не себя. С перепалками? И что? Да, мы ругаемся, но мы миримся и не проклинаем себя. Дети должны это видеть. Что ж, дети, смотрите внимательно.
Первая война. Лиши, не вставай. Можете выйти.
Нет мертвого, нет мести. Гоку, женщины и любовь. Спасибо. Клаус, принеси мою черную сумку. Спокойно, спокойно. Уйди. Проваливай. Она моя. Да, твоя. Но у нее скверная рана. Тихо. Ножницы. Дай мне ножницы. Подарок. Сахар. Резать. Поднимайся. Потихоньку. Она должна пойти одна. Иначе он подумает, что мы хотим ее украсть. Пошли. Гоку выстрелил, потому что она не слушалась. Да, можно и так сказать. Такие законы у Фаю. Теперь я тоже буду так делать. Тогда Сабина и Юдит будут всегда меня слушаться. Мама, ты никогда так не делала. Хватит уже. Все идите на улицу и пока сюда не заглядывайте. Как тебя зовут? Нала. Почему ты не слушалась Гоху? Гоху выпустил стрелу в моего сына Аури. Он бежал в джунгли, но там он уже был проклят. Все в порядке? Мама, это не созван. Во время похищения стреляли в ее сына Аури. Он бежал в джунгли. Но он не мертв? Нет. Но если он жив, без племени ему не выжить. Поэтому она в печали. Фаю бросают своих раненых. Проклятие сильнее. Мама? Мама? Мама?
Мама. Папа, мама. Папа, мама. 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 Открой дверь, мама. Папа. Папа. Мама. Мама. Мама, мах ау. Мама, открой. Твою идут. Алло. Все вместе. Geht nach hinten. Идите туда. Das war zu erwarten. Этого следовало ожидать. Они не понимают, что ты с ней делаешь. Пошли. Ей нельзя идти к нему. Она должна. Для них главное не любовь, но выживание. Нала, Нала, прими это. Забудь, она это не примет. Скажи ей, что она должна принять антибиотики. Она не ест то, чего не знает. Тогда придумай что-нибудь, скажи ей, что я злая колдунья, что мое проклятие превратит ее в поросенка. Кончай нестичку. Скажи ей, что это средство от проклятия. Моя жена – колдунья. Ее снадобье такое сильное, что может победить проклятие. Авака Куваги! Что ты делаешь? Это от проклятия. Падут подле тебя тысячи, и 10 000 десную тебя, но к тебе не приблизится, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о себе охранять тебя на всех путях твоих. Аминь. Доброй ночи, сокровище мое. Доброй ночи. Аури никто не защищает. Кто такой Аури? Сын Налы. Может, это проклятие правда существует? С ума сошла. А кто знает? Мамино лекарство всегда помогает. Может, оно только продлевает проклятие? Просто умираешь позже. Ах, Сабина, ты правда чокнутая. Мой брат Аури. Раз, два, три. Крокодилья охота. Прогресс.
Я Тарзан. Но Тарзан ведь парень. А ты можешь быть Джейн? С ума сошла? Я больше тебя. А Тарзан не может быть меньше Джейн. Я снова Тарзан. А где Файза? И я не знаю. И куда теперь? Так называемый Тарзан не знает, куда идти. Туда! Нам бы сейчас не помешали лук и стрелы. Ага. Такое впечатление, что... Христиан, смотри. Ладно, я позову на помощь, ты оставайся здесь. Нет. Да, ты должен присмотреть за ним, иначе мы его уже ни за что не найдем, Христиан. А если вы меня уже не найдете? Пой как можно громче, не переставая. Даже если придется петь 3 дня и 3 ночи. Но мне ничего не приходит в голову. Человечек в лесу стоит. Человечек в лесу стоит. Мама! Папа! 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 Аури! Аури! Мы должны его спасти. Что случилось? Стоит в лесу. Тихо. Молчаливо. На нем яркая, пурпурная накидка. Ты подаришь все это твое, чтобы они нам помогли? Я ничего им не дарю. Мы меняемся. Вся жизнь — это то, что ты отдаешь и берешь. Я помогаю им, они помогают нам. Человечек в лесу стоит один. На нем яркая пурпурная накидка. Человечек стоит в лесу, тихо, молчаливо. На нем яркая пурпурная накидка. Говори, что хочешь.
Поспокойнее. Кристиан, все в порядке? Да. Да. Фу, как воняет. Он поправится? Я не знаю, Бина. Я позову Налу. Она же его мать. Я уже говорил с ней. Она говорит, что его нельзя спасти. Он проклят. Если он умрет, Гоку и все остальные Иригры станут моими врагами. Клаус. 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 Я Сабина. Ты здесь с моей семьей. Что они делают? У Фаю это означает вечную дружбу. Ну? Иисус? Как тебе? Новое Твоя новая жизнь? Моя фамилия? Новая семья? Новое Твой новый дом? Что он здесь делает? Он не один из нас? Yeah.
Мой отец и мирная жизнь. Проходите. Выходите, поспокойнее. Спасибо. Я благодарю тебя, вождь Боку, за то, что мы все еще можем быть вашими гостями. Мы очень хотели бы предложить вам поесть вместе с нами. Также я хотел бы, чтобы мы могли помогать друг другу. Твоя жена победила проклятие. Да, она очень сильная. Никто не может победить проклятие. Этот мальчик умрет. Нет. Мальчик будет жить с нами. Он лжет. Никто не может быть сильнее проклятия. Так не может быть. Время покажет, кто прав. Вождь Боку. Однажды ты мне сказал, что вы стремитесь к миру, что вы больше не хотите убивать, но не знаете, как вы можете покончить с этой войной. Я не могу подарить вам мир, ибо достичь его можете только вы сами. Мальчик из племени Иригра по имени Аури будет воспитываться у вас, как ваш друг. Go! Если мальчик и правда выживет, тогда я тебе поверю. А теперь давайте вместе поедим. Давайте есть. Ну, скорее. Пошли. Пошли. Аури? Это мои друзья. Файза, Камба, Дила и Табуа. Он сын вождя. Это Аури, мой новый брат. Брат? Да, брат. Брат. Поэтому я решила что-нибудь вам послать. Это лучшее, что я смогла придумать без холодильника. С любовью, бабушка. Дай сюда. Бина. Это мороженое? Да. Тогда белый шарик — это саго, а желтый — сладкий картофель. А коричневое что? Шоколад, ваниль, лимон. А как на вкус? Холодное, сладкое и очень вкусное. Обязательно хочу попробовать. Да, я тоже. Кристиан? Оно в Германии растет на деревьях? Нет, его можно купить в магазине. Наверное, там настоящий рай.
Вы сами все узнаете. Как? В Германии? Когда? Мне уже собираться? Не сейчас. Возможно, в следующем году. Но это еще не точно. Можно его повесить. Может, сюда? Он теперь весь волнистый стал. Великий дождь. Аурупидога. А правда, что в Германии идут дожди из мороженого? Христиан, нельзя же верить всему, что тебе рассказывают. Но правда, что там всюду можно раздобыть шоколад. И игрушки. Сколько хочешь. Саби, проснись, ты должна на это посмотреть, ты не поверишь. Что? Мы как будто на лодке. Посмотрим спереди. Тихо. Я знаю, кому это понравится. Ну-ка, Юдит, просыпайся. Что такое? Пошли, у нас гости. Гости? Да. Кто? Иди взгляни. Пошли. Папа! Мама! Что ты делаешь? Это же убийство. Прекрати. Убийство? Все, мне довольно. Выходите. Выходите. У меня без вас полно дел. Выходи. Ты тоже. Живо? Выходите. Шагайте. Шагайте. Дорис. Нужно спасти зверят. Кристиан, ты с ума сошел? Это же просто животные. Их нельзя убивать. А что мама и папа делают? Ну, давай, давай, давай. Папа! Папа! Что случилось? Я попал в Сабины. Где она? Под домом. Папа! Папа!
Больше там никто ползать не будет. Теперь они все умрут. Решающая война. Кариуага. Кариуага. Ри. Риуага. Кариуага. Кариуага. Кураги. Данаубира на ходе. Данаубира на ходе. Прием. Это Фойда. Слышу вас. Прием. Нашему вертолету требуется ремонт. Сегодня почты не будет. Okay. Хорошо. Что еще? Да, от Национального географического общества вам предоставлен отпуск. В следующем месяце сможете отправиться в Германию. Отлично, хорошие новости, спасибо. Конец связи. Нам предоставлен отпуск. Поедем в Германию. Ты рада? Конечно. Но? Сабина? Сабина? Мне нужно срочно сказать об этом своим друзьям. Аури тоже увидит Германию. Сабина, он не сможет. Что это с Юдитой? Мама говорит, что она стала женщиной. Значит, ее скоро украдут. Уже здесь. Иригры приплыли. Идите сюда. Oh!
Так больше. Папа. Я это больше терпеть не буду. Стойте, стойте. Спасибо. Клаусу. Клаусу. Элиси. Прошу тебя. Не бросай нас. Мы сложим оружие. Больше не будем воевать. Я отправлюсь к своему племени. Но я обещаю, что мы вернемся. На родине.
А если твое племя оставит тебя у себя? Папа обещал, что мы вернемся. Чтобы проклясть кого-то, нужны волосы этого человека. Отныне моя жизнь в твоих руках. Спасибо. Если ты однажды умрешь, я тоже больше не захочу жить. Наконец-то вы приехали. Добро пожаловать на родину. Здравствуй, бабушка. Узнаешь мое платье? Конечно. А это Христиан. Христиан. А это? Это дитя джунглей. Ну? Тогда идемте. Что это? Дети, идемте. Скорее. Вообще-то здесь всегда сидит собака. Но сейчас тут ваше место. Так, осторожно. Уберите ноги. Но в следующий раз я буду сидеть там. Да? Что? Что? Да, тут теперь тоже все засевают, чтобы всех обогнать. До последнего времени и в Вюрцбурге так было. В Германии уже и укрыться от посторонних глаз нельзя. Страшное дело. Раньше я охотно ездил на машине, намного охотней, а сейчас уже никакого удовольствия. Теперь это называется обществом всеобщего благосостояния, да, потому что каждый может ездить на машине. Раньше я за 4 часа из Франкфурта до Мюнхена доезжал, а теперь тыкаешься тут и там. Я сам не знаю, во сколько мы сегодня приедем домой. Смотрите там наверху, я для вас кое-что устроила. Я здесь. Нет, тут я буду спать. Нет, я первой сказала. Ну, пожалуйста. Ладно, тогда я здесь. А зачем все эти вещи? Чтобы готовить. Можно устроить пир из 6 блюд. А можно нам мороженого? Да, пожалуйста. Да. Мороженое? В разгар зимы? С тех пор, как ты прислала нам тот плакат, они ждут не дождутся. Хорошо, тогда завтра пойдем есть мороженое. Да. Саби, ты должна на это взглянуть. Что такое? Как клево. Юдит, посмотри. Бабушка, бабушка, доброе утро. Там так красиво. Германия должна быть благодарна за то, что у нее такое есть. Что? Снег? Что ж, если он тебе так нравится, тогда можешь взять в руки лопату. Нам можно выйти? Да, только надень что-нибудь на ноги.
Осторожно, вдруг он ядовитый. Нет, это просто замерзшая вода. Красота. Больно. Да, босиком выходить нельзя. Куртку Бины. Ну-ка, ну-ка. Ей еще столько всего нужно узнать. Да и всем нам. Да, им в особенности. Раз, два, три. Значит, идем есть мороженое в феврале. Такого я еще не делала. Надеюсь, они вообще работают. Да, у них открыто. Поразительно для такого маленького кафе. Дети, тут мороженое. Мороженое, мороженое. Мороженое, мороженое. Сабина. Бина. Ну сколько раз мне вам говорить, что на красный свет нужно стоять? Саби не любит правила. Да, я заметил. Но эти правила ради нашей же безопасности. Прости, бабуля. Если ничего не сможем мы достать, будем мы тогда мух глотать со стенок. Пожалуйста, одно клубничное. Ну, ты и сама хотела. Они с ним не справятся. В любом случае, ваниль и шоколад вкуснее сагу и крокодила. Вкуснее чего? Сагу и крокодила. Прошу, спасибо. Здравствуйте, пожалуйста, два шарика в стаканчик. Ванильные и ореховые. Две порции. Сейчас. Да, неудивительно, столько лет питаться в джунглях. Тоска по родному дому. Сабина, was ist los? Сабина, ты чего? Тебе что, не нравится в Германии? Я бы тут навсегда осталась. Обязательно надо еще покататься на санках. Да, у нас в подвале еще остались старые санки твоего папы. Саби, посмотри. Ну, давайте зайдем. А я хочу домой. Но ты же любишь животных. Что с тобой? Ты обещал, что мы сможем вернуться домой. Скоро поедем. Ах, Бина. Всего-то 8 недель. Ну, потерпи. Я тут подожду.
Где же все? Наверное, переселились. Странно. Мама. Шикарно. Аури. Аури. Амбассада Гугуаси Комодона. Где все наши вещи? Я знал, что вы вернетесь, а Гоху говорил, что вы умрете. И все съестные припасы пропали. Клаусу! 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 Я сожалею, что верил Гоху. Теперь я знаю, что вы можете победить любое проклятие. Вот вам подарок. Асаэго. Асаэго. Дорису. Дорису. Асаэго. 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 Учиться прощать. Ну-ка, не смей. Ну-ка, стой. Не нравится мне это. Бог недоволен своим сыном. Воровство карается смертью, но его отец этого не сделает. Какая-то глупая Юдит, конечно, не сделает. Но они же стащили наши вещи. Да нет же. Мы оставили их тут, они думали, что мы умерли. Чем дольше мы тут пробудем, тем больше тут все будет похоже на сумасшедший дом. Успокойтесь, да? Табо прячется в джунглях. Он боится, что Клаусу будет гневаться. Папа, тогда надо подарить ему мясо. Мы ведь вправе это сделать. Вождь Боко, я хотел бы поговорить с твоим сыном. Табуа! Табуа! Что ты наделал? Сам виноват. Мы знаем, что ты нас обокрал. Но чтобы показать тебе, что мы не гневаемся,
Мы хотим подарить тебе этот кусок крокодильего мяса. От проклятия помогает не только снадобье. Есть много разных возможностей. Время проходит. Раз, два, три. Крокодилья охота. Всегда дольше всех задерживаешь дыхание. Никто не умеет, как я. Ты врешь? Я могу тебя обставить? Юдит любит художественные училища и парня по имени Николас. Мы же хотели вместе открыть письма. Да, но Бабу скачет там с туземцами. Я слышала, что не только он. Дорису, ребенок выходит. Сабина? Моя почта у тебя? Сабина? Мама сейчас сказала бы, что от сахарного тростника у нас зубы выпадут. Ничто не должно пропадать. О чем задумалась? Ни о чем. Не думаю, что Аури можно было бы назвать ничем. Полдень, солнце высоко. Я плыву. Пока тень крокодила не затемнит дно реки. Там внизу сплю я. И снится мне рыба. Вдруг на моей пасти стягивается веревка. Мы связываем ему передние лапы и вытаскиваем это чудище на берег. Я бьюсь за свою жизнь, но его каменный топор сильнее. Мое тело засыпает навсегда.
Кто это? Это наш Валаби. Спасибо, Аури. Назовем его Вабу. Да. Назовем его Вабу. Сабина, я теперь знаю. Твоего отца прислал к нам добрый дух. Да. Добрый дух. Прямо вылитая крыса. Ты никогда не будешь настоящий Фаю. Я и не хочу быть Фаю. Я просто живу, как мне нравится. Тогда верни Аури его подарок и поживи еще немного. Если так и сейчас можно, значит и потом так будет можно. Если и потом так будет можно, почему не сейчас? Потому что мы с твоей мамой, возможно, не так в этом уверены, как ты. Через 3 дня мы поедем в Джайпуру. Так у тебя будет достаточно времени на раздумье. Почему они не могут построить маленькую школу поближе? Туда целый день добираться. И ее должны построить в твою честь, да? Хорошая мысль. Аури, не так быстро. Что это? Это наш дом, Сабина. Ты его сам построил? Когда? Мы же все время были вместе. Пошли, давай зайдем. Аури, дом замечательный. Сабина, это я собрал для крыши. Когда ты в следующий раз вернешься из школы, все будет готово. Жаль, что мне туда нужно. Главный лагерь Джаяпура. Помните контрольную, которую мы писали 2 недели назад? Результаты ужасные. У тебя. И никто из вас не усвоил простое прошедшее время. Так что сегодня у нас последняя возможность повторить все основные правила простого прошедшего времени. Простое прошедшее время — это вид прошедшего времени. Оно описывает события, которые происходили и завершились в прошлом. Таким образом, простое прошедшее время никак не влияет на настоящее. Этот аспект очень важен при использовании этого вида времени. Мы могли бы плыть чуть побыстрее. Джунгли от тебя никуда не убегут. Но меня тут не было 4 недели. Я в Джаяпуре каждую минуту считала. Папа, прошу тебя.
Бабу. К бабу. Я Боку. Вождь Боку. Узаури. Где Аури? Вакапен. Что-то случилось? Гоуэлевала. Боку сказал, что проклятие все же пришло. Пусть даже спустя много лет. Аури. Аури, что случилось? Скажи что-нибудь. Мама! Мама, сделай что-нибудь. Аури. 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 Мама, сделай что-нибудь. Ты же можешь ему помочь. Сделай что-нибудь. Аури. Боже, Кристиан, принеси мою медицинскую сумку. Аури. Хотел увидеть тебя еще хоть раз. Мы еще много раз увидимся. Не уходи. Прошу тебя. Прошу. Не уходи. Аури. Аури. Нет. Нет. Аури. Нет. Нет. Аури. Мама, я не могу тут оставаться. Я знаю. У матушки молит. Бабушка ответила. Она предложила оплатить тебе интернат. Поедешь? Вы бы этого хотели. Вы не хотели, чтобы я осталась с ним. Что за чушь, Сабина? Мы хотим, чтобы ты была счастлива. Я вас ненавижу. Я тут все ненавижу. Хочу в Германию. Ненавижу эти джунгли.
одна. Мы будем тебе писать. Я просто хочу все забыть, папа. Береги себя. Безучастная, в состоянии шока, покинула я в конце 89-го года джунгли западного Папуа. Один отрезок моей жизни безвозвратно миновал. Аури, выживавший так долго, такой отважный, сильный, всегда стремился жить и в конце концов умер от туберкулеза. Хотя мысли о совершенно новой жизни вызывали во мне такой страх, я приняла твердое решение в одиночку отправиться в Германию и была готова к этому. Я больше не говорила о своем детстве, о том, где мои корни. Как бы вы объяснили функциональную зависимость между F и F'? Внешне я пыталась найти свое место в этом новом мире, но в моей душе жило только отчаяние и ощущение, что я так и останусь непонятым. Как бы вы объяснили функциональную зависимость между F и F', мисс Крюгер? Для меня до сих пор остается загадкой, как мне удалось получить диплом. Но мне это удалось, и я вступила в пока еще чужой для себя мир. Я начала работать и функционировать, как все вокруг меня. Но я постепенно перестаю жить. Теперь я просто существую. Такое ощущение, что во мне медленно угасает последняя искорка джунглей. Дорогая Сабина, это письмо, которое я пишу тебе сегодня, сопряжено с глубокой печалью. Умер вождь Боку. В этот момент я был в Данаубира, но Боку сказал маме: зачем мне ждать Клаусу? Я его уже знаю.
Твоя мать рассказала мне, что незадолго до своей смерти он наконец обрел покой, к которому он стремился всю свою жизнь. И Бина, я молюсь о том, чтобы и ты однажды обрела в своей жизни покой и радость, о которых ты так мечтаешь. И я думаю о тебе всегда. И обнимаю тебя очень-очень крепко. Твой папа. Человечек в лесу стоит один. На нем яркая пурпурная накидка. Я всю свою жизнь искала совершенный мир. Но существует ли он? Что представляет собой совершенный мир? Он зависит от цвета нашей кожи, от наших родителей или от того, что написано в нашем паспорте? Совершенного мира нет. Ни в джунглях, ни в Германии. Ибо настоящее жизненное счастье заключается не в совершенстве, но в тех, кого мы любим, кто нас защищает и кто нам верен. Оно там, где счастливо наше сердце. И для себя. Я поняла, что в сердце своем я навсегда останусь дитя джунглей. Режиссер Роланд Зузо Рихтер. Продюсеры Ника Хопман, Юрген Шустер, Натали Шарф. Вольф Бауэр, Томас Петер Фрид. Thank you.
Автор сценария Натали Шарф, Бетцер. Флориан Шумахер, Рихард Айзингер. Обработка сценария Роланд Зузо Рихтер, Пия Харт. Оператор Холли Финк. Художник-постановщик Михаил Кёниг. Монтаж Бернд Шлегель. Композитор Анетта Клоус. Подбор актеров Нина Хаун, Грег Апс, Жаклин Ритц. Художник по костюмам Эстер Вальц. Doesn't matter.